приятно видеть знакомые лица. Ура! И да, ура! И мы с вами здесь же встречались. Кажется, это уже вообще было в другой жизни. Слава Богу, что у нас опять есть возможность встретиться снова. Деловое общение в формате дружеской встречи. В такой теплой обстановке представители некоммерческих организаций округа встречаются ежегодно. В игровой форме знакомятся с новыми коллегами, делятся результатами, обсуждают планы на будущее. После непростого 2020-го каждому было что рассказать. Мы, естественно, все углубились в онлайн-историю, которая привела нас именно... Сначала у нас была идея заниматься с людьми, допустим, различными танцами, спортом, именно через онлайн. В принципе, как многие потом в дальнейшем начали делать. Сначала эта история не заходила, потом наша история привела нас к благотворительности. То есть мы начали помогать точечно как и детям, как и взрослым, как и волонтерская история у нас начала развиваться. Ретроспектива или взгляд в прошлое. Такое название встреча получила не случайно. Прошедший год принес немало испытаний, которые, к сожалению, выдержали не все. Приходилось подстраиваться, искать новые форматы работы. Но вывод после пережитого у всех один. Мы научились помогать, подставлять плечо, объединяться. Прежде всего, казаки оказывали содействие органам местной исполнительной власти по линии охраны общественного правопорядка и в качестве волонтеров при доставке гуманитарных грузов лицам, заболевшим ковидом, гражданам старше 65 лет. Общественные организации Одинцовского округа ведут масштабную работу, говорят участники ретроспективы. Однако нормативный акт, регулирующий их деятельность, значительно устарел. На встрече обсудили возможность внесения корректировок и замечаний, чтобы работать еще эффективнее. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».